Эсленг алгебра. Автор книги «Видный американский математик», профессор Колумбийского университета Эсленг, хорошо знаком советскому читателю по двум вышедшим ранее монографиям «Алгебраические числа и введение в теорию дифференцируемых многообразий». Издательство «Мир» 1966-1967 года. В книге рассмотрены все основные разделы современной алгебры: группы, кольца, модули, теория полей Ленина и полилинейная алгебра, представление групп. Читатель найдет также здесь первоначальные сведения по гомологической алгебре и алгебраической геометрии. Книга отражает изменения, произошедшие в алгебре за последние два десятилетия, и дают читателю возможность основательно познакомиться с областями алгебры, ставшими уже классическими. А язык категории и функторов связывает воедино разразненные ранее понятия и результаты. Книга будет весьма полезна математикам различных специальностей, студентам, аспирантам и научным работникам. Она может служить основой для специальных курсов по алгебре.